самое... Самое. Это самое. Ну, наконец. Вот теперь пора. Самое то. Самое время. Люди говорят, мы делаем. Самое время мыслить позитивно, действовать конструктивно. Да-да, самое время. Партнер программы – компания «Александрия». Компания «Александрия» становится ближе к покупателям, расширяя фирменную сеть. Открытие новых магазинов в городах Геленджик и Туапсе. Город Геленджик, улица Горького, 12А, второй этаж. Город Туапсе, улица Софьи Перовской, 6. «Александрия» – мужская классическая одежда. Самое время. Ну и, наверное, перекусить пора. Наталья, как и многие, трудится на работе с утра до вечера. Часто пообедать полноценно не получается. И что остается? Перекусить. Да-да, самое время. Снэками принято называть легкие закуски. Шоколадки, чипсы, пакетик сухариков или орешков, глазированный сырок. Совершенно очевидно, что их пресловутая легкость – понятие весьма относительное, так как по количеству калорий многие из них могут заменить полноценный обед. Словом, перекусить, выпить чашечку чая или кофе вовсе не вредно. Главное не сбрасывать со счетов поглощенные на ходу сухарики, чипсы и шоколадные батончики со всеми их килокалориями. Однако не стоит полностью переходить на экспресс-питание, даже если рацион состоит исключительно из полезных продуктов. С распространением снэкинга связан еще один феномен – так называемая десакрализация пищи. Да! Существует два сигнала голода. Первый – когда пища уходит из желудка, и тот сигнализирует нам, что он голодный, в смысле пустой. В таком случае можно выпить чашечку чая, стакан кефира, и это ощущение мы спокойно перенесем. А другое дело, когда человек плотно позавтракал и затем не ест много часов. Возможно, он слишком эмоционально или интеллектуально поглощен своей деятельностью и просто забывает о еде. Тогда питательные вещества уже всосались в кровь и перешли из крови в клетки. В этом случае именно кровь сигнализирует, что она голодная. Уровень сахара в крови падает. Этого нужно не допускать, потому что часов в 10 вечера в ход пойдет все, что есть в холодильнике. Вот теперь пора. Партнер программы – компания «Мобискар». В машину частенько назойливо заглядывает солнце. И не только. Но почему каждому надо знать, что тут внутри происходит? Мы не можем изменить движение светил и характеры людей. Но кое-что изменить вполне по силам. Тонирование автостекол – надежный способ защиты от взглядов и классический эталон красоты и респектабельности. Мобискар. Воснецова, 16. Телефон 275-8888. Самое время... мыслить позитивно, действовать конструктивно. Самое время. Самое время. Самое время.